И снова здравствуйте, меня зовут Андрей Дмитриев. Это означает, что вы снова на конференции Mobius 2021. Это главная студия. Я сегодня буду вашим проводником в течение ближайшего часа. И нас сегодня с вами ждет очень интересная активность. Она интересная не только для вас будет, но она будет интересна и для меня, потому что я буду это делать в первый раз. Ребята, привет. Всем... Рад вас всех тут видеть. Всем привет. Отличный фикус. Отличная стенка с классными графинами. Спасибо. Ребят, я старался. Подбирал это все. У меня тогда к вам такая просьба. Давайте мы кратенько с вами познакомимся. Вот я Андрей Дмитриев, я разработчик, я работаю в компании Jukru Group. И в свободное от работы время, или не очень свободное, я еще занимаюсь всевозможными социальными активностями, типа вести эфир моей любимой конференции Mobius. А, Олег, чем занимаешься ты в своей жизни? Ну, я сейчас, собственно, Android-разработчик. Вот, работаю в лучшей, как я считаю, компании Сбер. Также я сейчас студент, заканчиваю магистратуру в МГТУ имени Баумана. Вот, в свободное время люблю мацать крыс. Вот, они у меня здесь вот рядом бегают. Оу, это очень круто. Мне кажется, это прям заявочка на запоминание. Виталий, а ты чем характеризуешься? Ну, занимаюсь Android-разработкой уже 5 лет, 4 из них на удаленке, так что пандемия не очень много для меня изменила, но зато стало сложнее, конечно, куда-то поехать. В каком ты городе? Город Бишкек, это Кыргызстан. Угу. Отлично, как там сейчас, тепло? Ну, градусов 10. Суперски. Игорь, расскажи теперь про себя ты. Да, я как бы продолжу традицию и скажу, что я Android-разработчик, как и другие два участника, внезапно. А я работаю в Okko, являюсь техлидом как бы платформенной команды, занимаюсь всяческими техническими и архитектурными вещами. Вот. А в свободное время я немного контрибьючу open source, форма, это такой проект для Gradle, и занимаюсь скалолазанием. Ну и фильмы смотрю, всякое такое. Ок, вот сервис. Заставляет, накладывает отпечаток, да, работаешь в ОК, ну, да, смотришь, да, фильмы. Окей, мне подсказывают, что мне нужно сейчас кратенько вам рассказать о том, какие у нас будут сейчас правила, от чего отталкиваться, чем пользоваться, и, может быть, парочка лайфхаков. И момент такой, что у нас сейчас вот здесь вот в ушах у меня сидит специально обученный человек, который будет все ваши ответы записывать. Ничего не потеряется, если вы дали ответ, мы не забудем про то, что вы дали ответ, и сколько баллов мы точно запишем. Дальше. По правилам игры. У нас сейчас, через некоторое время, не сейчас, появится некое онлайн-табло с 6 категориями. 6, я показал 5 такой, типа, да? 6 категорий. Там будут истории информатики, космос, железо, секрет, секретная категория. И в каждой из этих категорий будет 4 сложности вопросов. 100, 200, 300 и 400. Я назначу кого-то из вас первым человеком, первым участником, кто может выбрать категорию и выбрать сложность. Как только это произошло, я открываю этот вопрос появляется на экране, вы его видите, и в тот момент, когда вы готовы дать ответ, вы поднимаете руку, я в это время внимательно за вами слежу и говорю, Виталий, например, отвечает, потому что он первый взмахнул рукой вверх. Если Виталий ответил на этот вопрос, то сумма баллов ему присовокупляется на его счет, который в начале нулевой. А если он дал неправильный ответ, я этот ответ посмотрю по своим записям. Дадите мне там буквально 5 секунд, я посмотрю, скажу, Виталий, а вы лузер. И кто-то из вас вот после слова лузер должен будет поднять руку и дать, возможно, правильный ответ. Так будет продолжаться до тех пор, пока вы 3 лузерами не станете втроем. После этого я говорю, что ответ на самом деле вот такой-то, и этот вопрос сгорает, он больше не может участвовать в нашей викторине. Желательно за сегодня, за полчаса пройти все вопросы, потому что там реально самая мякотка, самый интерес. Ну, а победители, те, кто победят, они получат призы от компании Jukru Group. Это та компания самая лучшая, в которой я работаю, и она имеет суперспособность генерировать самых классных уточек.
забрендированных, ну и всякие такие дела. Ну и еще, кстати говоря, джентльмены, большое вам спасибо, что вы присоединились на наш Community Day. Это очень круто. Рад, что вы с нами в этот раз. И надеюсь, увижу вас в следующий раз среди участников, а может быть, даже спикеров или экспертов. Ну что ж, давайте не будем долго засиживаться. И я прошу своих помощников показать слайды. Не слайды, табло. Итак, сегодня первым у нас... будет выбирать категорию и сложность Олег. Погнали. Отлично. Тогда я хочу узнать, что же у нас лежит в космосе за 200. Космос за 200. Ну, давай попробуем. Каким странам принадлежат основные модули МКС? Назовите эти две страны. Олег был первый. Россия и США. Так, Россия и США. И это правильный ответ. Ты получаешь сколько? 200. Я не понимаю, где музыка? Вообще, ребята, сделайте что-нибудь. Должна быть какая-то это... Как это назвать-то? Торжественность. Я понимаю, что я прошу практически невозможного, и ребята там, наверное, ржут в пультовой. Но вы попробуйте. Такс. Напомните мне, пожалуйста, а кто следующий тогда выбирает? Давайте мы по часовой. Игорь, ты следующий. Ну, давайте попробуем кино и IT за 200. А что же за 200-то? Что же, так, ну, вот надо за 100, я думаю, даже. Погоди, нет, Игорь, ты же Вока, ты должен за 400 брать. Ты что? Вот сейчас компроматик наберется и... А, ты сейчас пристреляешься. Да. Ну что, ладно, кино и IT за 200. Погнали. В 2009 году Джесси Айзенберг сыграл основателя Facebook Марка Цукерберга. А кого в этом фильме сыграл Джастин Тимберлейк? Вот это вопросики. Так. Я внимательно смотрю, пытаюсь найти ответ, и одновременно смотрю, кто из вас руку поднял. Что, если никто не поднимет руку? Я могу как бы попробовать. Сейчас. Так, это кино. Я ищу, где моя категория кино. Кино. А, вот оно. Да нет. Где кино? У меня нет правильных ответов на кино. Привет! Значит, привет, лайф. Так, ну ладно, как бы то ни было. Давайте, кто из вас первый пытается? Ну, давайте я. Так. Допустим, это был его друг, с которым он разрабатывал это все. Определенно, это был его друг. Да, точнее сложно. Предполагается, что это как бы его друг. Такс. Моника, у меня написано слайды с вопросами в чате в Телеграме. Шон Паркер. Кто это ответил? Кто-то загуглил. Так, кто это? Это продюсер мне сказал в уши. Черт возьми. Шон Паркер. Это правильный ответ. Американский миллиардер, создатель незаконной сети Napster и ее законного аналога Spotify. А также один из основателей Facebook. 200 очков уходят на счет того, кто из студии. Да, я сейчас запишу, что студия 200 очков. Кстати говоря, я бы на вашем месте даже пробовал играть. Студия 200 очков. Так. Ребят, кстати, в бэкстейдже, а сделайте мне, пожалуйста, какие-нибудь подсказки о том, что у нас за ответы в кино и IT, потому что у меня в распечатке, ну, кажется, реально ее нету. Будем надеяться, что Игорь... А, нет, не Игорь. А вы перемешали их, что Виталий сейчас не выберет. Да, но я помню, кто ответил, что Виталий сейчас выберет. Ладно, давайте космос за 300. Космос за 300, ну ладно. Как называется явление, когда все планеты Солнечной системы выстраиваются в одну линию? Ты был первый.
Ну, давай. Парад планет. Парад планет. Так, а мне нужно 30 секунд для того, чтобы посмотреть. Так, мне подсказывают, что это верно. Какие вы молодцы. Астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается на одной прямой от Солнца. Ну, отлично. Это значит, сколько было? 300, да? Виталий заработал 300 баллов. Лидер определен. Следующий. Олег, ты же был. Давай, Олег. Да. Ну, космос за 400. А, ставки повышаются. Какая страна Азии первая запустила искусственный спутник Земли? Виталий был первый. Китай? Нет, это был не Китай. Так и знал. Игорь, Олег, у вас есть... Так, Игорь, давай. Южная Корея. Нет, это не Южная Корея. Олег, ну давай. Япония. Yes! Олег, ты красавчик. Да. И ты заработал 400, ты просто всех порвал. Всех порвал в два раза. Так, Олег был, значит, следующий Игорь. Давай. Давайте историю информатики за 200. История информатики за 200. Ну ладно, давай. Назовите фамилию основоположника отечественной электронной вычислительной техники. Оу. Тик-тик, давай. Таненбаум. Звучит по-русски, да, очень даже. Ну ладно, нет, неправильный ответ. Да. Мне кажется, Таненбаум жил сильно позже после этого человека. А, ну... Так, варианты еще, джентльмены. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Гуглом пользоваться нельзя. Виталий, убери руки от клавиатуры. А, вот, ручки-то вот они. Ну что, сдаетесь? Да, я прям собрал самые сложные вопросы. Тебе везет. У тебя кличка Везунчик должен быть, Лаки. Ладно, не будем тянуть за хвост кота. И его зовут Сергей Алексеевич Лебедев. Так, сгорел у нас информатика за 200. И говорит у нас, выбирает сейчас очередь Виталия. Ну, давайте секрет за 300. Секрет за 300. Даже для меня это секрет, понимаешь? А за 300 уж тем более. В августе 98 года двое молодых людей поехали на фестиваль Burning Man. И в результате символ фестиваля попал на... Назовите это. На первый... Виталий. Так, Игорь. 98 год. Я думаю. Думайте. Кто знает, что такое Burning Man? Я знаю. Я думаю, его много кто знает. Ага. Они сжигают там этого, символ человека такого большого, да? Собственно, отсюда и произошло это Burning Man. Где могло это быть изображено? Ну, вот. На поле они на полях рисуют всякое, и статуи делают, и вот это вот все. Да, то есть, всякие инсталляции. Во-первых, делают. Это пустыня. Точно. Я уверен, что сегодня вы эту штуку видели. Вы ее видите каждый день, когда открываете свой ноутбук. Да, я могу предположить. Ну, давай, давай. Первый фон рабочего стола, либо, ну, заставка. Близко, но нет. Виталий, давай, ты поднимал руку. Как это, скринсейвер? Скринсейвер. Звездочки где, что ли? Ну, вот заставка, да, это. Да нет же. Ладно. Swipe left. Итак. Первый раз Burning Man, вот этот вот человечек, был виден. Смотрите, где. На Дудле в Гугле, прикиньте. О, блин, вот это круто. И Ларри, и Сергей были вот на одном из Burning Man'ов. Inspiring place, как говорится. Я все-таки первый Дудл, в принципе, в Гугле. Именно. Так, Виталий, ты был, значит, Олег, твоя очередь.
Синенькие можно выбирать, такие серенькие нельзя убирать. Давай космос за 100 закроем наконец-то. Закроем космос за 100. Ну давай, мне кажется, там вообще изи будет какой-то. Какая планета Солнечной системы больше всех остальных вместе взятых и лун вместе с ними? Так, Виталий сразу. Юпитер. Юпитер. И это правильный ответ. Так, это был Виталий, да? За 100. Виталий. Так, погоди. Не тому записал. Ну ладно. Игорь? Так, ну давайте железо за 200. Железо. Что ж там будет, а? В этом железо 200. Вот сюда вот кликаю. Выделяют три типа тачскринов для экранов. Емкостной, резистный. Резистивный назовите третий. И, Виталий, ты был, да, с рукой? Я был, да. Я поторопился. Ну, придется тебя штрафовать. Емкостной, резистивный. И есть еще один. Я, честно говоря, даже никогда не трогал, наверное, третий тип экранов. А мне кажется, трогал. И сейчас ты даже узнаешь, где. Да, я понял даже, где. Да. Инфракрасный есть еще. А где так он используется? А такой, вот, ну, мне кажется, это во всяких там больших панелях, когда на них пикаешь, они еще бывают. А, я знаю, у меня в электронной книге инфракрасный, точно. Это они нормально работают вроде как с водой. Так, это был... Игорь, ты же, да, по-моему, сейчас стрелял? Да. Виталий? Давайте кино и IT за 300. Кино и IT за 300, нормально. Ну давайте. Какой известный разработчик сыграл самого себя в фильме «Кадры»? Известный разработчик сыграл самого себя. Давайте я попробую... Пальцем в небо, Билл Гейтс. Мимо. Жаль. Обратите внимание на цвет афиши. Ну, я тогда понял ответ. Но, к сожалению, ты уже замьючен. Да. Джентльмен, Олег, Виталий, вы как будто не это, не в интернет не выходите. Ну, слово «кадры» как написано? Ну, ё-моё. Ну, да, это, собственно, похоже на логотип, вот, я просто не помню имени разработчика этого. Ага, ну ладно. Что, сдаетесь? Ну, не знаю, ты... Ларри Пейдж, просто так скажу. Очень близко, очень близко. Олег, у тебя остался практически, не осталось вариантов. Как его зовут? Сергей Брин, по-моему, или я ошибаюсь? Ура! Ура! Да, я вот... Так, это было сколько баллов? 300. 300, да. Так. Так, и следующий у нас Олег. Железо за 100. Железо за 100. Железо — это всякие оборудования, девайсики, да, вот. Да. Как называется отечественный телефон с E-Link экраном? E-Link, E-Ink, наверное, да? Игорь был первым. Да, это Йотафон. Мой коллега его разрабатывал причем. И это правильный ответ. Молодец. 100 баллов. Такс. Барам-барам-барам. Игорь, твоя очередь, да? Оу, ну, можно опять пробовать побомбить железо. Давайте железо за 300. За 300. Каким было первое съедобное название Android? Вы должны это знать. Давай. Honeycomb, наверное. Так, сейчас, ну, тут мелко написано. Нет, нет, не Honeycomb. Двойка.
Ну... Ханикам был четвертый, по-моему. А, ну H, блин. Да, нужно было по алфавиту идти скорее. Да. Нет, даже не четвертый. Ханикам вообще был после. Ну? Вы точно Android-разработчики? Не все застали это давнее время. Блин. Ты еще Вектор и Хэштейбл вспомни. Аж это, поплохело от слова Хэштейбл. Угу. Ну, давайте. Они же называются по первым буквам алфавита, да? Значит, если давай первая... Давай попробуем. Ну, давай. Эклер. Это на букву Е, эклер. Это пятая версия. На букву Эй надо. Виталий. Какого цвета учебник, да? Как зовут преподавателя? Ну что, первый, последние 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Превращается никто в тыкву. Не смог. И это Apple Pie. Оу. Да. Я вот, кстати, думаю, а не было ли Apple Pie попыткой как-то подколоть компанию Apple? А мне вот кажется то, что первый iPhone был позднее представлен, чем первый Android, если я не ошибаюсь. Кстати, первый Android... iPhone же первый Android... раньше был. А первый Android, он вышел зато с магазином уже приложений. Ну, возможно. Так, собрались. У нас осталось 15 минут и довольно дофига вопросов. Давай, Олег, начинай. Я? Железо 400. Ну, давай, давай. В телефонах чаще всего используется архитектура ARM. А какая архитектура используется в процессорах Эльбрус? Вот в тот момент, когда... Отечественная... Разработка, все дела. Да, да. Ну давай, Виталий. Я не знаю, риск. Риск слишком общо. Да, это... Ну да, давай, давай, Олег. Давай попробую x86-64. Так вы говорите про микроархитектуру сейчас. Это микроархитектура, а ARM это уже спецификация. Да. Вот, и насколько я знаю, у них там своя разработка, и вообще, в принципе, процессоры Эльбрус — это что-то свое целиком. И у них, наверное, какое-нибудь российское название. Нет, у них не российское название. Это известная архитектура. Тогда... Они там бывают векторные, скалярные, суперскалярные, все такое. Да, такие, это все про микро... Ну, хотя это даже здесь как раз вот микроархитектура нужна. Угу. То есть это не Spark никакой там. Это ниже чуть-чуть. Угу. Суперскалярные. Я даже не помню, наверное, название суперскалярных каких-то конкретных. Окей. Раз. До пяти. Два. Да, да, наверное, можно сдаваться. Да. Сдаемся. Интересно уже. А, микроархитектура называется VLIF. Это я знаю, да. Точно. Это же very long instruction word, и есть еще SLIF. Да. Small. Так, был Олег у нас, теперь Игорь. Давай, я твоя очередь. Куда бы ткнуть, чтобы получить не ноль? Это еще хорошо, что нам штрафы не впиливают. Да, так бы я уже был в минусе. Давай, секрет за 200. Почему Илона Маска никто не берет? Мне кажется, самое... Я тоже об этом подумал. Я вот хочу секрет. Сколько? Секрет за 200. За 200, ну ладно. Когда ей сделали предложение, она ответила, что в пользовательском соглашении брак не предусмотрен. Назовите ее... Так, вы Android-разработчик? Можно, да? Ну, давай. А, я тебя не увидел руку. Давай. А, и ты. А, ну, наверное, Яндекс Алиса, голосовой помощник. Ну, почти.
Но ты сжег свою попытку. Виталий был первый. Алекса? Ну нет, нет. Сири? Сири, yes! Наконец-то. 200. Это прямо просто очень похоже на подколки Сири, когда ты задаешь, она такая... Под каким соглашением это не предусмотрено. О, да. Такс. Виталий. Ну, давайте все-таки Илона Маска за 200 попробуем. Илон Маск за 200. Наконец-то распечатали эту категорию. До SpaceX у Илона Маска было тоже, были тоже успешные компании. Так, по-моему, Олег был первый. Ну, давай. PayPal. Ты молодец. Конечно же. PayPal. Так, Илон Маск была, на самом деле, может быть, мне кажется, одна из самых простых категорий, но вы почему-то выбираете другие. Олег. Ну, тогда Илон Маск за 300. Давай, повышаем ставки. Какая страна является родиной Илона Маска? Ну, давай. Олег. Южноафриканская республика, ЮАР. Да, yes. Ты молодчина. Молодец. Так, следующий. Игорь. Давайте... Секрет за 400. Ну, ты рисковый, да? Ну, а что делать? Мне нечего терять, так сказать. Знаешь, на самом деле, я в секрет не заглядывал. Я заглядывал во все другие, а секрет даже для меня секрет. Ну, вот сейчас удивимся все. Удивимся. Студент МИД Эндрю Хьюстон, однажды отправившись на междугороднюю поездку, взял с собой ноутбук, но забыл дома флешку с данными. Назовите то, что... Хьюстон основал в 2007 году. Одним словом. Олег, ты первый. Это правильный ответ. Он организовал Dropbox. Wow. Я вообще думал, вот какой-нибудь Google диск или хранилище данных. Вот. Но Dropbox — это Dropbox. Да. Так, у меня пропали слайды. Сейчас... Наверное, нужно их спрятать. Я вернусь на первый экран. Сейчас я перезагружу эту штуку. Бэмс. Если я сделаю вот так, я же должен буду вот увидеть всю историю и не потерять. Какой я молодец. Так, Виталий, давай ты. У нас есть еще 9 минут. Поиграть. Давайте Илона Маска за 400. Угу. А ты следил, следил когда-нибудь за запусками там, ракет? Следишь вообще за новостями? Ну, посты об этом видел. Видео не помню точно. Угу. Хорошо. SpaceX реализовала и использует ракету-носитель, у которой одна из ступеней является многоразовой. По-моему, Виталий был первый. И умеет возвращаться обратно. Какое название у этой ракеты? Ты сказал Falcon. Ну, если быть точным, то это Falcon 9. Но вопрос имеет правильный ответ. Хорошо. Так, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вопросов и 9 минут на все про все. Мне кажется, мы очень даже хорошо успеем. И, Олег, ну давай же. Давайте сделаем это быстро и возьмем историю информатики за 300. Сделаем это быстро. Высшая награда за достижение в области информатики — это премия имени этого человека. Назовите его. Ты был первый, и начинай. Олег. Алан Тьюринг. А ты знал, да? Ну, я вспомнил. Да, это самая престижная премия в информатике, которая вручается Ассоциации вычислительной техники за выдающийся вклад в этой области. Ты получаешь свои призовые очки. Так, к сожалению, я не знаю промежуточных результатов. Подскажите мне, пожалуйста, мне в ухо, чего там, кто у нас лидер-то вообще? У меня тут все перемешалось. Так, говорят, что Олег лидирует. У тебя есть все шансы получить супер второй Виталий, да? Окей. Так, Игорь, давай. Твой вариант.
Так, ну давайте история информатики за 400. Ага. Алан Тьюринга, ты уже понял, да, что это он? Ну, я видел, поднимал руку. Я знал. История информатики. Патч обязан своим появлением определенному носителю информации. Назовите его. Игорь, ты был первым. Так вроде как называются жесткие диски и CD, ну как, считыватели CD дисков. Mm-hmm. И это то, что крепится сзади, собственно, через материнскую плату. Это вроде как патч называется, то место, куда вставляется. Ответ принят, но он неправильный, к сожалению. Mm-hmm. Так, Олег, ну давай попробуй ты. Вероятно, перфокарта, в нее вклеивали нужные куски или вырезали. Угу. Ты перфокарту в своих руках держал когда-нибудь? Да, нам на занятия приносил замечательный преподаватель. Там, вот он, мне кажется, ровесник у первых ЭВМ, если даже не старше. Да, хорошо. Я принял ответ. У меня на самом деле другой ответ написан. Они имеют общий корень. А теперь посмотрим. Я думаю, что это правильный ответ. И давайте посмотрим. Носитель информации в виде бумажной, в бумажном виде нитроцеллюлозной, ацетилцеллюлозной ленты с отверстиями. И это на самом деле перфолента, это не перфокарта. Перфокарта, она, к сожалению, не патчится, она типа дырявится. И карта, когда она приходит в негодность, она типа убирается. А вот ленту можно было запатчить. И патч — это на самом деле не что иное, как заплатка. То есть это клейкая лента, которая на нее клеилась в свое время. Но я думаю, что ты был близок к ответу такому, настолько близок, что прям перфолента и перфокарта — это практически равно-равно. Тебе, значит, уходит твой заработанный приз, то есть очки. Виталий? Ну, давайте кино и IT за 400. Кино и IT за 400. А давайте. Вы видите кадры из двух разных фильмов об одном и том же человеке. Назовите его имя. Ага, Олег, я вижу. Так, давай. Так, по-моему, это был Эдвард Сноуден. Точняк. Ты вообще красавчик. Ты знаешь больше, работая в Сбере, чем Игорь, который работает в Вока. Не знаю, связано ли это... В какой-то степени в Сбере. Все мы там будем. Да, кстати говоря. Так, получай свои очки. И следующий у нас Виталий. Давайте Илон Маск за 100. Илон Маск за 100. А почему бы нет? Давайте. В каком фильме киновселенной Marvel одной из сцен появляется Илон Маск? Виталий, давай. Железный человек. И это правильный ответ, если быть точным. Во второй части он появляется. Вот в этой вот замечательной сцене. Так, у нас осталось 1, 2, 3. 3 по 100. И давай, Игорь, попробуй. Ну, давайте последнюю историю информатики. История информатики за 100. Ну, давайте, там должно быть что-то вообще простое. Типа, когда байт стал 8-битовым. Очень простое. Да. Закон Мура говорит о том, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается раз в некоторый период. Назовите этот период. Игорь, ты был первый. Если я не ошибаюсь, каждый... Давайте 2 года пусть будет. Тут как бы тоже легко промазать либо год, либо 2 года. И ты совершенно прав. Каждые 2 года по закону удваивается количество транзисторов. Ну или... Игорь. Да, многие почему-то интерпретируют это как мощность, но чисто в железе дело. Не, про мощность, конечно, да, речь не идет. Именно про количество. Этот Мур, он был очень, очень мудрым для своего времени. И, можно сказать... Он до сих пор работает. Угу. Так, Игорь. Предлагается тебе еще раз выбрать. Еще мне раз? Подсказывают, что дисбаланс у нас был в выборе, и тебе нужно еще выбирать. А, ну да, и там порядок немного пошафлили. Ага. Ну, мы за всем следим, понимаешь? Ну, у нас да. Зоркие глаза и точно давай карандаши. Давай секрет за 100, потому что с кино как-то не везет. Секрет за 100. Ну ладно.
А следующий, кто будет выбирать, у него будет вариант, собственно, один. Ну ладно, секрет за 100, так за 100. После выхода наушников Apple AirPods появились аналогичные изделия у других компаний. Назовите двумя словами тех, кто, по словам Джонни Айви, служил вдохновением для дизайна наушников. Двумя словами тех, кто, по словам Джонни Айва, служил вдохновением для дизайна этих наушников. Наушники AirPods какого цвета? Беленькие, да? Угу. Тун-тун-тун-тун-тун. Тут двумя словами. Немного непонятно. Аналогичные изделия других компаний нужно называть тех, кто... Короче, это я немного не помню, это для Apple было вдохновение или для вот других компаний, которые стали копировать как раз-таки. Для тех, кто сделал оригинальные AirPods. Угу. Для белых. Белых. Так, Виталий, у тебя есть вариант. Давай. Клоны из «Звездных войн»? Как это сказать двумя словами? Клоны из «Звездных войн». Клоны. Клоны из «Звездных войн». Ну, близко, близко, Виталий. Ну, только не клоны. «Звездные войны». «Звездные войны». Да, «Звездные войны». Те, которые постоянно промахиваются. Они самые. Они самые, да. Но вариант другой. Клоны очень близко, очень близко. Но там были еще белые персонажи. Ладно. Белые. Маршируют которые. Кто? Имперские. Штурмови. А, да, называется это штурмови. Да. Точно. Но это они же и есть. Да, они есть, просто другое нормальное название. Да. Я думал, вы про клонов, про роботов говорите. Которые там нет, такие были. Нет, клоны. Это и есть, как да, но они... штурмовик это правильнее, да. Угу. Ну что, зачтем? Так. Не зачтем? Да. Подскажите да. мне. Засчитываем. Мне подсказывают, что надо засчитывать. И настало время. Мы кино и IT за 100 не будем уже разгадывать. У нас осталось 15 секунд для того, чтобы наградить победителя. Победителем является у нас сегодня... Нет, Олег, конечно. Я тебя поздравляю. Это было очень круто. Тебе спасибо. Помогали стены. И у тебя... Сколько баллов? 2500 баллов. Нифига себе ты заработал. Ты очень богатенький. Приходи к нашему суппорту, и мы обязательно тебя загрантуем. Ребят, Виталий, Игорь, не теряйтесь. Это было очень круто. Я надеюсь, что вы получили пользу и узнали что-то новое. Это было фан. Так, да, спасибо большое. Было очень спасибо. Интересно. Спасибо за игру. Ребята, счастливо.